А вот теперь о чем мы говорим? О сроках эксплуатации. Сроки эксплуатации чего? Сроки эксплуатации компании «Водомер». Уже скоро будет 10 лет, как мы вместе уже познакомились. И это было красиво и замечательно. Когда я сделал евроремонт дома. То бишь, я так же, как и нормальные люди, выбирал товары качественные и не по дорогой цене. Я это сделал. И сегодня, сейчас дом у меня вообще красиво и хорошо. Кроме всего прочего, естественно, что касаемо проблем водомера. То есть все батарейки были куплены здесь. Батареи, естественно, хорошие, качественные. И трубопроводы я тоже здесь купил. К слову о том, что я купил здесь же также и приборы учета горячей и холодной воды. К слову о том, что я каждый год по осени подхожу к нашим товарищам из Треста теплофикации и говорю: ребятки, у меня дом расположен рядышком со школой. Если в школе будет так же тепло, как и дома, тогда никаких проблем. Если у меня дома будет холоднее, чем в школе, тогда у вас возникнут огромные проблемы. И вы знаете, в связи с тем, что я пытаюсь через суд это дело проводить, ну и намекаю, что потом пойдем в суде, то есть у меня в доме очень красиво и хорошо. Теперь вопрос номер другой, естественно. Мне возникает проблемка-то интересная, да? Рано или поздно приборы выходят из строя. К слову о том, вы вот недавно купили квартирку, да? Может быть, там ставились приборы учета. Так позвоните сюда спокойненько, телефончик я укажу. И вам проверят эти датчики. И в случае необходимости, естественно, все это дело поменяется. Потому что, вы опять забыли. В свое время мы ездили в Чистополь. Там снимали тот самый замечательный завод. Это был идеальный вариант. Как рядышком с Казанью, да там до Казани-то всего там 70 километров. Был отличный и качественный поселок. Это не был поселок, это был настоящий город, в котором был замечательный завод. И он также продолжает все это дело выпускать. И к слову о том, что именно компания «Водомер» производит и устанавливает эти приборы. И при этом они абсолютно недорогие. То есть то, что нужно для вас. Есть такое понятие «предназначение». Предназначение дома милого дома. Во-первых, для тех, кто умеет делать ваш быт проще. Проще и дешевле. Рано или поздно все закончится. Но мой грамотный принцип остается. Я работаю, как меня учили те, кто делал все, ориентируясь на качество. Сейчас таких нет. И знаете, учить я никого не буду. Я же смотрю и вижу, что спецов-то нет. Все спецы уехали в 2008 году. Ну а больших вы не увидите, как не увидите врачей через 5 либо 10 лет. Ну да, это о будущем. К слову, вы это будущее увидите в 2030 году. Что сейчас? Для кого работа? Также для вас. И пока вы видите мой замечательный архив, я вам скажу, что ничего не поменялось. Но стало лучше. Где все это? В Чистополе. К слову о том, что Магнитогорск благодаря «Водомеру» стал чистопольским объектом для подражания. Итак, съемки практически 9 лет. Но чистопольские водомеры от «Битар» стоят в 80% квартир. Не верите? Ну простите, на счетчики посмотрите. «Битар» и работают. Опа! И не говорите, что Россия не умеет делать. Еще как делает. Это то же самое. Я был в Америке и видел нормальных американцев. И извините, демократии там нету. Президента выбирают выборщики. И вот эта куча за спиной кандидата. Вот с этими вывесками. Так это все проплачено. К слову, стандартный американец практически не знает президента. А вот с президентами там сложно. Последний проорал как-то и валит все на Китай. То есть валение и накат. И это дело президента. Но мы тоже умеем делать. Я не буду говорить об истоках. Но не везде и не все светилось. Так вот, чистопольский завод «Битар», он на истоках. И извините, вот они истоки. Практически не ломающиеся счетчики. Мы любим ваши счетчики. Счетчики от «Водомера», в смысле от компании «Битар», это просто изумительный вариант. Что вы можете рассказать про эту тему? Добрый день. Не торопись. Итак, мы будем говорить о следующем. То, чем вы занимаетесь, оно предрасполагает
лучшие отношения, потому что счетчики от компании Bitar, они дорого не стоят. И давайте все-таки определимся, почему необходимо счетчики брать у вас? Добрый день. Компания «Водомер» является официальным представителем завода «Bitar» на территории Урала и Сибири. В нашем подчинении 13 регионов России. Счетчики «Bitar» на сегодняшний день являются единственным счетчиком, который от нуля и до конца производится на территории России. Все комплектующие, которые находятся в приборе, все производятся в Российской Федерации. Соответственно, история счетчика насчитывает более 10 лет. Технология производства и, соответственно, качество на высшем уровне. Сам счетчик производится на импортном оборудовании из российского сплава латунного. Значит, у счетчика гарантия 6 лет. Межповерочный интервал на холодной и на горячей воде также 6 лет. Также есть возможность поверки счетчика после окончания его срока. И все это делаете вы? Компания «Водомер» также осуществляет услуги по поверке счетчиков на дому. Давайте все-таки определимся, да? То есть компания «Водомер» — это серьезная штука. Если честно, вам хватает ли для Магнитогорска тех людей, чтобы вы реально сделали следующее? А давайте весь город будет использовать счетчики «Bitar». Ну, на самом деле, счетчик «Bitar», это, скажем, по аналитике, занимает процентов 60-70 рынка. Это уже в Магнитогорске? Да, в Магнитогорске. Молодцы, просто молодцы. Значит, счетчик 60%, 70% это «Bitar», все остальное это остальные бренды, в том числе и китайские. Я считаю, что это было неплохо. И все это благодаря фирме «Водомер». Да. На сегодняшний день, вот в связи с последними событиями по повышению курса доллара, китайские счетчики подросли в цене. На данный момент разница между китайским прибором и российским, вот в частности «Bitar», составляет порядка 50-70 рублей, что на розничной цене там, в 500-600 рублей, ну, принципиальной разницы не имеет. Ну давите на нас, колбасьте санкциями. Мы и это пройдем. Что такое Европа, что такое США? Слили все в Китай к нам. Никто не хочет свинячить. Ну и что, зато у нас вся авторезина. А в Китае вся промышленность. Вы-то не были, а зря. Одна поездка качественного ТВ дает в разы больший результат, чем 50 торчей для релекса или бухания при подписании контракта. Тем более, когда ТВ знает язык. К слову, я тут по интернету видел белорусское празднование Дня Победы. Так там проще. Часть техники, и это лучший Китай с белорусскими корнями. Смотрите интернет и думайте головой. Но китайские корни – это не для России. Часть и больше инструменты – это Тайвань. Мы о бизнесе говорим. Чем дешевле там взять, и чем выше наценка, и это наш бизнес. Пятерочки, товары по 39. Ценники дешевые, это типа для нашего быдла. Но мы не такие. Взять, к примеру, «Водомер». Берет и делает. Ценники для него минимальные. Для него качество нужнее. Заключили договор на века, и у вас отличный результат. Вы спокойно ставите чистопольский «Bitar», и его проверяют и меняют. И слово «газовый ключ» и «разводной» вы забыли. Все делается специалистами «Водомера». Теперь мы о чем будем говорить? И еще раз мы вам расскажем о следующем. Если вы заключили договор с компанией «Водомер», если у вас какие-то возникают проблемы, вы приходите сюда, и вам все это дело показывают, демонстрируют ваши приборы учета. Это небольшая проблема, потому что проблема будет у вас другая, если вы каким-то образом что-то наколбасите с ними. Или они не будут работать. Потому что, вот обратите внимание, мы к чему сейчас будем говорить? То есть, если у вас, допустим, вы в квартире не живете, а водомеры стоят, они вам показывают количество воды. Если у вас ничего нету, то идет усредненное значение по дому. И вот сколько вода она ушла, она и так же и у вас уйдет. То есть, в данном случае вы экономите деньги. Экономите деньги, экономите деньги правильно. Но когда вы работаете с компанией «Водомер», во-первых, это небольшие деньги вообще. Во-вторых, это лучшее качество, потому что качество работ, и это уже 10 лет телевидения. Хотя сама компания «Водомер» работала еще дольше.